где-то песня сочинилась и со скоростью ракеты в то же утро очутилась на другом краю планеты мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Ла-лай-ла-ла, ла-лай-ла-ла. Эту песню можно было петь конца и петь сначала, просто солнце не светило, просто речка мне журчала мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Ла-лай-ла-ла. Сердечной, и грустить, и веселиться, и так и вам с каждым встречным можно песней поделиться мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Ла-лай-ла-ла, ла-лай-ла-ла. Мимоходом, мимолетом, теплоходом, случай любой, что мы дома не забыли.
Добрый вечер. Мы рады приветствовать всех вас на третьем фестивальном дне 4-го молодежного международного конкурса фестиваля народного творчества «Русская тройка» 2015. Здравствуйте. Сегодня мы собрались здесь, в одном из старейших учебных заведений Москвы, которому в этом году исполнилось 75 лет. В день памяти преподобного Сергея Радонежского на презентацию новой концертной программы «Давайте вспомним наши песни». И действительно, вместе с героями сегодняшнего вечера, молодыми исполнителями Евгением Шалягиным и Ангелиной Василевской, мы будем вместе вспоминать наши песни. Вы услышите известные народные песни, песни советских композиторов, а также некоторые песни, написанные уже в 21 веке. А вести этот концерт будем мы, мозговая Кристина и Марьяна Барабанщикова. В начале концерта для нас прозвучала песня из репертуара Эдуарда Хиля «Ходит песенка по кругу» композитора Оскара Фельдсмана на стихи Михаила Тенича и Игоря Фермана. Песня «Человек из дома вышел». Музыка Станислава Пожалкова и на стихи Магарыча. Ну что же, сейчас настало время появления нового дуэта на этой сцене. Итак, премьера на фестивале «Русская тройка 2015». Дуэт Ангелины Василевской и Евгения Шалягина. Прозвучит песня композитора Кима Брейденбурга на стихи Карена Каврильяна «Я огонь, ты вода». Грущу, но а ты рассмеешься по-разному, все с тобой у нас. Знаю, ко мне все равно, ты вернешься хоть мне легко в разлуке сейчас. Быстро закрутилась, мне тепло. Только все равно, я огонь, ты вода, где слова там песня, там и ты, там и я, словно тень и свет. Я огонь, ты вода, но опять мы вместе там, где ты, там и я. Хочешь или нет? Хочешь или нет? Нет, между нами ни грусти, ни боли, ведет за собой нас ниточка нить. Пусть далеко ты, но все в нашей воле, а значит, с тобой у нас не разлучить. Быстро закрутилась, да не Старый клён, старый клён.
мне так светло от того, что ты идешь по переулку. Почему? Почему? Почему мне так светло от того, что ты идешь по переулку? «Эхо любви». Сегодня эта песня будет исполнена для вас в нашем концерте. Звездная память друг друга.
стихи Николая Добронравова «Надежда». Поет Евгений Шалягин. Давайте вместе споем. Светит незнакомая звезда, снова вы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме и пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме не пелось. И забыть по-прежнему нельзя. Забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме не Ой, Тони.
пропадет он говорил. Ой, твоя буйна голова, ой, ой, пропадет он говорил.
году впервые была исполнена на русском языке Людмилой Гурченко в развлекательной телепередаче «Новогодний аттракцион 82». Затем на нашей эстраде ее исполняли в дуэтах Алсуев Филипп Киркоров, Лев Лещенко и Тамара Гварцетели. Сейчас «Вечную любовь» Шарля Азнабура в русском переводе Натальи Кончаловской вы услышите в исполнении Ангелины Василевской и Евгения Шалягина. Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей, чем больше дней, глубже рана. Слова твои.
говоришь о любви. Раскидут опять цветы, и подснежниками полза. Так же сбудутся мечты, как мираж исчезнут грезы. И пусть в небе синева, или дождь осенний плачет, как всегда твои слова для меня так много значат. Как всегда твои слова для меня так много значат. Главные слова нежны, как розы, сказаны они в стихах и в прозе. Облаком любви будут по свету, шепчешь мне зимой теплым летом. Главные слова твои, главные слова твои, главные слова твои лишь о любви. Сказаны они в стихах и в прозе. Облаком любви плывут по свету, шепчешь мне зимой теплым летом. Главные слова твои, главные слова твои, главные слова твои лишь о любви. Слова Натальи Горбуновой, музыка Николая Берсенева. Спасибо. А сейчас музыка Давида Туманова, стихи Анатолия Поперечного, «Соловьиная роща», поет Евгений Шаляпин. Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщет, роща соловьиная стоит, белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах открывает весть свою записок и спалит, бросится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. И земля становится родней, понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей, маленький волшебник белой рощи. И совсем не ведая о том, ты напел, наверное, мне что-то. Эту песню надо писать пером, что журавлиного полета испарит, бросится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. На тонких розовых ветвях, зарослях черемухи душистой, соловей.
Первый российский славный танк открывает песнь своим со свистом. С этой песни так тревожно мне, с этой песни так возможно счастье. Много было песен на земле, только соловьиной не хочу. Был путь далек и словно высок, но я успел к моменту, когда пошел березок сок, хмельной пожар души. Я переулок пересек, как финишную ленту, и вдруг подумал, что теперь и некуда спешить. Я дома, мой город мне вернул покой. Я дома, и не второй земли ногой. Я дома, и здесь со мной мои друзья. И может каждый, как и я, сказать, я дома. Я столько крыши над головой сменил за эти годы, но этот город ждал меня, он знал, придет пора. Здесь меньше бед и чище свет, здесь нет плохой погоды, здесь камни каждого двора. Поклонная гора. Я дома, мой город мне вернул покой. Я дома, и нет второй земли ногой. Я дома, и здесь со мной мои друзья. И может каждый, как и я, сказать, я дома. Мой город мне вернул покой, я дома, и нет второй земли ногой, я дома, и здесь со мной мои друзья, и может каждый, как и я, сказать, я дома. Мой город мне вернул покой, я дома, и нет второй земли ногой, я дома. Здесь со мной мои друзья, и может каждый, как и я, сказать, я дома, я дома.
которую исполнял Муслим Магомаев на стихи Геннадия Козловского. Кто его знает, на что намекает?
твоя. Все чаще вижу я, то на ходу, то на бегу. Считают все друзья, что я лишь тень твоя, но быть я тенью не могу. Я за тобой, как за стеной, но разве нам любви нужна стена? Цветет малина за окном и тянется ко мне туманом розовой мечты. Цветет малина за окном, в таком же ярком сне ко мне не раз кинулась ты. Цветет малина за окном, и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за стеной. Тебе, любимый мой, мне хочется порой поплакать о судьбе своей. То за тебя горой, то за любой стеной живет моя любовь к тебе. Я за тобой, как за стеной. Но разве нам в любви нужна стена? Стена. Цветет малина за окном и тянется ко мне. Цветет малина за окном, а в том же сладком сне ко мне не раз тянулся ты. Цветет малина за окном, и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за стеной. За окном, и пусть цветет она твоим малиновым вином. Я за тобой, как за деревенская, я деревенская, ты не смотри вокруг.
прозвучала песня «Я деревенская» композитора Виктора Темнова на стихи Петра Черняева. А сейчас вы слушаете строевую казачью песню, записанную народным артистом России и Украины Виктором Захарченко в станице Дядьковской Краснодарского края. Когда весна придет, не знаю.
Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Когда на улице лет,
и боль с ней нет московских окон, негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и боль с ней нет московских окон, негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и боль с ней нет московских окон, негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и боль с ней нет московских окон, негасимый свет. Московских окон. Мечтал задарить, друзьями ты не бродил.
под широким проспектом, значит, ты не видал лучший город земли.
каждый на меня глядит. И я девчонка, ведь весела. Пусть со мной танцуют села и большие города. Да! Калинка, Калинка, Калинка моя. Стану ягода, малинка, малинка моя. Калинка, Калинка, Калинка моя. Стану ягода, малинка, малинка моя. Стану ягода, малинка, малинка моя. Это Инка, Калинка, Калинка моя. Стану ягода, малинка, малинка моя. Председатель Организационного комитета международного конкурса фестиваля народного творчества «Русская тройка 2015» Илья Новиков. Ну, так как у нас концерт еще продолжится, я, наверное, хочу сказать пару слов для вас, дорогие зрители. Спасибо, что вы пришли. Многие из вас уже третий день приходят на наш фестиваль. Фестиваль наш не заканчивается. Завтра у нас будет интересный концерт с участием лауреатов и приглашенных гостей. Разные коллективы, исполнители со всей России. Также у нас в гостях будет Юрий Красноперов из Пермского края, Анатолий Ехалов из Вологды. Завтра концерт будет у нас в 16.00 по адресу проспект Вернадского, дом 88. Это метро Юго-Западное, первый вагон из центра, и там буквально 4 минутки пешком. Перед концертом будет ярмарка ремесел, очень интересная. Вот. И сам концерт обещает быть интересным. Конечно же, какой фестиваль без приключений. Также и на нашем фестивале случились приключения. Буквально вчера в том зале, где у нас должен быть завтра концерт, произошел пожар. Вот. Но так бывает, да. Поэтому у нас будет зал в этом же здании, но немножечко поменьше. Но мы все равно все завтра вместимся. Приходите обязательно. Концерт должен быть интересным. Ну и последний день фестиваля. Это 13 октября, в канун праздника Покрова. 7 часов вечера по адресу 1 Мясниковская, дом 16, это тоже зал нашего колледжа, метро Преображенская или бульвара Косовского, трамваем до остановки Ланинский переулок, мы будем отмечать 50-летие ансамбля русской песни «Россиянка». Ансамбль будет выступать, придут поздравлять гости, балалайщик Андрей Шкептиенко придет поздравить, должны поздравить ансамбль «Сестры Буровы», гармонист из Петербурга Игорь Шипков должен заглянуть с поздравлением. Поэтому приходите. Программа будет очень интересная, насыщенная. Но чтобы мне не затягивать речь и как бы предоставить слово нашим артистам, может быть... ну ладно, так как у нас артистов сейчас нету, подарки вручим потом. Но для начала, может быть, я отмечу наших ведущих, они сегодня очень волновались сильно, поэтому давайте мы им решим тоже такую коробочку. Спасибо, спасибо еще один. Даю слово нашим ведущим, а красивые грамоты артисты тогда получат потом. Илья, 13 во сколько? В 7 часов вечера. А завтра, соответственно, в 4 часа дня. Соответственно, приходите, привозите друзей, знакомых. Ну все, как всегда, просто приятно видеть в зале лица, очень много знакомых лиц, многие из которых уже даже не пропускают ни одного нашего фестиваля. С 2012 года к нам ходят. Это очень приятно. Поэтому с Божьей помощью, надеюсь, дальше будем это все дело продолжать.
навсегда остаются. И давайте сейчас песню о песне споем все вместе. Музыка Аркадия Островского на стихи Сергея Острового. Песня остается с человеком. До новых встреч! Ночью звезды даль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня верный друг мой навсегда. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой. Лютый холод песня нас с тобой согреет. Жаркий полдень будет как вода. Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой. Лютый холод песня нас с тобой согреет. Жаркий полдень будет как вода. Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Песни ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой. Заседали вообще до 11 вечера, подводили результаты, и вот практически все легло на ее хрупкие плечи. Вот. Ну, а Евгения спрашивает немножечко рассказать о себе. Значит, это где родился, где учился? Может быть, пару слов хотя бы. Потому что это долго будет. Я закончил в
Уральскую консерваторию по классу академический вокал. В данный момент я являюсь преподавателем гимназии номер 16 в городе Мытищи. Вступаю с концертами. Ну, собственно, я не знаю, что еще рассказать о себе. Спасибо, спасибо за ваше внимание, за ваш отклик. Это для нас, артистов, очень приятно всегда слышать аплодисменты и чувствовать эту энергетику. Спасибо. Ну что, все? Спасибо.